утро всем в Ришикеше. Сегодня вторник, 14 декабря. Прохладно еще утром, но солнце уже встает, согреваемся потихонечку. Встретил дедулю. Говорит, его зовут Свами Нирдош. Он тоже любит коров кормить. Говорит, я их зову так. И они ко мне все подбегают и начинают есть то, что я им принес. И он решил мне показать, как он зовет коров, как они к нему подбегают и как он их кормит. Госева. Так проводят ритуалы онлайн в современной Индии. Кто-то заказал, видимо, провести такую пуджу. Или ягью. Вот они долго сидели, ждали, пока он позвонит по скайпу там или по вайберу. И вот, когда он позвонил, они начали проводить. И показывают ему онлайн весь ритуал. В храме Шивы, который мы проводили вчера, ягью, тоже можно заказать такой ритуал и онлайн присутствовать, и будут проводить поклонение от вашего имени. Так что, если что, пока я в Ришикеше, обращайтесь. Можно даже заказать целую неделю, будут проводить. Или 5 дней. Но там, конечно, они недешево берут за это. Но один раз провести такую где-то 2500 рупий, наверное, будет стоить. Может, 3000 рупий. Трубит в раковину 3 раза начало церемонии.
всю церемонию не буду вам показывать, потому что заскучаете. Когда они разведут костер, тогда я вам еще раз включу видео. Обезьяна уже хочет что-нибудь стащить с Яги, но ее гоняют дровами. Сегодня еще одна попытка попасть на Гангарати в Триленигад. В прошлый раз я опоздал. Теперь выхожу заранее в 3 часа, чтобы не спеша дойти спокойно и на все успеть.
Ну вот сегодня я пришел пораньше.
Gauri Suplaya Ganila
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tu me tu me da.
Благодарю.